Дорогие подписчики, всем привет! Я сейчас выгляжу немножко как дурачок, все потому, что я сейчас в костюме. Акула Леон хотел сказать, но Акула Леон мой соперник, это мой младший брат. Всем привет, привет! Короче, сейчас мы замутим батл сундуков. Господи, как меня этот костюм полнит, я как этот, я очень толстый в этом костюме. Но это очень годный костюм, он, конечно, не на меня шит, но я в него залез. И хочу сегодня забатлить. Посмотрим, какой костюм приносит больше удачи. Акула Леон у моего брата или же мой обычный Леон. У нас сейчас по 400 боксов. Мы сейчас будем выбивать легендарки. Мы сейчас будем выбивать много новых бойцов. Короче, это стандартный батл сундуков, но в костюмах Леонов с моим братом. Если вам такой формат, ребята, нравится, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И еще... Как создавались эти костюмы и вообще ролики про эти костюмы на моем влоговом канале, ссылка на него в описании. Если вдруг вы хотите себе такой же костюм, мы, возможно, запустим какую-то линейку там в инстаграме или, не знаю, или на лайв-канале разыграем. Быстро подписывайтесь на мой влоговый канал, и там вы можете написать, какой костюм вы хотите. Мы любой можем пошить, вообще любого персонажа, поэтому предлагайте, мы про это обязательно снимем ролик. Ссылка на влоговый канал в описании, там ролики, как создаются эти костюмы. И, возможно, мы их разыграем среди вас и, возможно, запустим продажу этих костюмов, если вам, конечно, кому-то будет интересно. Чисто по рофлу, по приколу, может быть, там на какой-то утренник. Ладно, все, ребят, рекламная пауза и поехали. Готов? Да. Ну что, давай покажем, что у нас по персонажам. Мне, если честно, не очень комфортно сидеть в нем, потому что сжимает все сухожилия, и у меня руки просто по... Короче, кровь не поступает в пальцы. Поэтому будет тяжело записывать, но все же, тем не менее, попробуем. Так, что у тебя? У меня нету Биби, трех легендарок. У меня пара. Ага, окей. Ну что, я готов. Я, наверное, вот так вот планшет сделаю, чтобы руки не сгибались, потому что у меня очень сильно потом они болят. Ой, так. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, ты готов? Да. Поехали. 400 боксов, охренеть, мне надо высидеть в этом... Сразу пассивка. А, кстати, условия батла таковы, как и в предыдущих батлах. У нас редкий персонаж 1 балл, сверхредкий 2, эпик 3, мифик 4 и лего 10 баллов. Ну что, погнали. А вы делайте ставки, кто выиграет, Акула Леон или обычный Леон, а? И если этот ролик соберет 100 тысяч лайков, мы запишем еще одну часть уже в других, возможно, костюмах. Поэтому предлагайте идеи. Ой, лайки кидайте. Угу, спасибо. Фух, блин, как же тяжело разговаривать в этом костюме, серьезно. Я очень себя некомфортно в нем чувствую, потому что он шит для ребенка, я не знаю, 10 лет. А мне 24, я в него влез, плюс я жирный. Стал в последнее время. Так, блин, 400 боксов, у меня просто руки затекут, наверное, но я это сделаю. Я помимо того, что высижу этот ролик, я еще и выиграю этот батл. Хотя, если вы смотрели мои ролики с Никитой, все мои батлы... Да не может быть! Не может быть! Да быть этого не может! Как? Да я не знаю как! Я просто сижу в костюме... Друзья... Костюм реально... ну, реально, блин, дополняет шанс на выпадение лего... Спасибо. Если вы хотите себе супер костюм, чтобы вам тоже падали леги, подписывайтесь на мой инстаграм и влоговый канал. Мы такие костюмы, возможно, будем разыгрывать. Нам надо будет знать ваши размеры, там, откуда вы. Блять, какого хрена происходит? Да не они. Мы только начали открыть и уже полеги. Короче, если ты не веришь в то, что ты подпишешься на канал, на мой этот канал, на влоговый канал, и тебе выпадет лего, так и сиди без леги. Этот костюм приносит удачу. Реально он? Да ну нахер, что происходит? Неужели... Блять, костюм. Костюм с Brawl Stars повышает шанс на лего. Brawl Stars. Ах, ох уж эти... Идейки для роликов. Не, ну слушайте, полеги тупо в начале ролика 4 минут. Я трачу по 500 долларов и не выбиваю леги. А тут просто одел костюм и на лего. Короче, кто хочет этот костюм, подписывайтесь сейчас на этот канал, на влоговый, ссылка в описании, и на инстаграм. Пишите под всеми роликами, под всеми фотографиями, какой вы хотите костюм, сколько вам лет, какой у вас рост.
Вот. И размер. И ну, размер, как они напишут размер? Ну, М-ка, Л-ка, это, конечно, понятие такое растяжимое. Пассивка. А, у меня уже руки затекли, жесть. У меня тоже. Тоже руки затекли, ну давай. Они сильно болят. У меня тоже, я так разминочку сделаю, поехали. Все, давай продолжаем. Блин, уже полеги, я не могу, блин, офигеть. И жарко, блин, дело в том, что... Очень. Короче, друзья, я серьезно вам говорю, если кому-то нужны такие костюмы, то подписывайтесь. Я не знаю, в Инстаграме, либо на этом канале, либо на влоговом я такие костюмы разыграю среди вас. А возможно, ну, понятное дело, что всем такие костюмы не выдашь, но, возможно, мы запустим продажу, если кому-то интересно. Ну, я понимаю, что взрослым людям, типа, да кому нафиг оно надо, но, может, кому-то, блин, по приколу, по фану, почему нет, для коллекции. Мы запустим линейку одежды, у меня скоро будет свой мерч, возможно, и как раз вот эти шмотки можно будет продавать. Если кому-то интересно было бы, то подписывайтесь на влоговый, Инстаграм и основной канал. И пишите везде, что вы хотите. Кто хочет, мы, во-первых, разыграем, а во-вторых, если это будет сильно кому надо, мы, возможно, запустим свой магазин, я не знаю. Блин, ну, это годно, слушай, пока наравне идем, офигеть, я такого еще, ну, блин, впервые такое в истории, что мы выбили по одной леге, и пока ничья. Камон, он и я выбил легу, это трэш. Ну, я ворона, ворон круче. А я спайк. Хотя нет, спайк круче для меня, а для тебя? Ворон. Для тебя ворон, вот, блин, видишь, как получилось. Ты выбил спайка, а я выбил ворона, хотя я... Ну, я же говорю, да, так получилось, поэтому пока что я не знаю. Блин, я не верю, так это с учетом того, что у нас мифики не выбиты и тупо по одной леге. У меня эпик не выбит, прикинь. А у меня два мифика. Трэш. Так, сейчас будем ускоряться. Давай, терпи, солдат. Давай, ускоряемся, я тупо вот так вот буду прокликивать двумя пальцами. Охренеть, тупо в начале ролика по леге. О, это что происходит? Блин, меня так реально полнит этот костюм. Я не так выгляжу жирно, как в этом костюме. Сейчас вообще просто трэш. Еще чупика не хватает. Блин, я так хотел реально... ну, типа, отдать предпочтение. Так, Леон круче, чем Акула Леон. Но пока что ничья. Блин, меня не знаю, у меня нет слов просто. Тупо подписка на канал, ребята, плюс к везению. Акула Леон это чисто для донатеров. Акула Леон для донатеров, да? Ох, как руки затекают. Но я вы... Для тех, кто... Мне такое ощущение, что у меня сейчас давление меряют. Знаешь, когда там вот так катетер... Сжимает. Или не катетер, как он, не катетер, а как... ну, вот эта трубка, которая сжимает вену тебе и потом качают. А, нет, это сжимает вену, это когда реально там укол делает в вену. Да, когда качают пульс... Ой, как он там? Давление меряют, вот это качают штуку так... И вот это такое ощущение, что у меня сейчас давление меряют. У меня обе руки зажаты. Это, во-первых, больно. У меня 270 у тебя. Открывай, открывай, я догоню тебя. Сколько? Все, я понял, принял. Капец, а мы выбили легу. На этом можно ролик заканчивать уже. Охренеть. Друзья, пожалуйста, по-братски поддержите лайком, там, я не знаю, подпиской. Продвиньте ролик где-то, может, в рекомендации, может, какие-то игровые тренды. Хотя, знаете, страшно попадать в тренды, потому что, ну, в трендах там реально сейчас люди как увидят. О, что это за дебилоид сидит? Все по фану, ребят, все по приколу, как шоу, я не знаю. Поэтому чувствуйте себя как в цирке. Мы сегодня в роли клоунов с братом. Не, ему-то нормально, а я как, реально, ну, как идиот. Ему оно идет, прикольно на нем сидит. А я как, реально, как придурок. Ну, это чисто стиль для ролика, да, я должен... Бля, если мы сейчас вытащим еще по одной леге, я не знаю. Я сам эти костюмы не продам, я буду в них постоянно открывать сундуки. Реально, будет у меня рубрика, где Леон открывает сундуки. Так, сейчас руки немножко... О. Так, сколько у тебя? У меня 180. Я не знаю, кстати, как... У меня чуть сердце не стало, это Биби. Это эпик. Это эпик. Я пока выигрываю. Но ты, я думаю, мифика еще можешь вытащить, мне кажется. У меня 40 бигбоксов. А, у тебя же еще бигбоксов. Ну, у нас плюс-минус шансы равны, но у него чуть-чуть больше боксов. Так. Ускоряемся, ускоряемся. Офигеть, просто трэш.
Блин, это мощно, это реально мощно. Я, блин, сколько открывал сундуки, мне так лего никогда не падало быстро. Вот никогда. Вот это впервые. Слушай, я реально начинаю верить в то, что костюм принес удачу. Курточка. Опять же, напоминаю, ребят, что на влоговом канале вы можете посмотреть ролики про акулу Леона и про обычного Леона, как эти костюмы создавались, как они шились, вот, и, собственно, сами ролики, вот, если вам интересно. И на этом, кстати, еще, ну, не конец, скоро будет еще много разных костюмов, после этого на влоговом канале будет, возможно, интересный баттл среди этих костюмов, короче, ну, хз, посмотрим. Вы обязательно подписывайтесь на влоговый канал, там тоже много чего интересного выходит, поэтому, кому интересна не только игровая тематика, то спасибо, кто подпишется. Блин, я не могу, я сейчас чувствую максимально некомфортно. Мне очень тяжело. О, руки затекли уже. Ну ничего ж не будет. Смотри. Давай. 100 боксов, а у тебя? 40. О, нет, маленький. А, маленьких 40. И больших 40. Блин, ну я на самом деле уже... Мне уже пофиг, выпадет что-то, не выпадет. Я выбил эпик и мифик. За один... Ой, эпик, господи. Эпик и Легу. Блин, я представляю, сейчас еще одна дропнется. Представляешь? Тупо... Я не верю. Да уже одна этого достаточно. Да еще, блин, мы с тобой оба как будто одновременно выбили, да? Ну представь, мы одновременно... Ты выбил! И потом сходу... Да-да-да, и потом сходу я. Прикинь, если бы мы одновременно вытащили, я бы... Ну я бы начал верить во все подряд, во все приметы, во все... Ну блин, ну типа, камон, ну а как такое возможно? Леги, они редко падают, и тут на тебе, и у него, и у меня. И мы оба в костюмах. Чувствуешь? Чувствуешь магию? Я жесть, ну это ор. Так, сколько у нас? 38 боксов. Главное, чтобы я сейчас сознание не потерял, потому что у меня кровь не поступает уже в пальцы, я еле ими шевелю. Есть такое слово «шевелю»? Извините, если такого слова нет, но я русский язык не до конца хорошо знаю, поэтому иногда мои украинские словечки проскакивают. Шевелю. Нет такого слова, наверное, да? Напишите, есть? Если нету, то как правильно? Ох, как у меня руки затекли, ёпта. Ух, хочется материться нельзя, да. Малой сидит рядом. Так, ладно. Блин, они так долго открываешь? Там еще, кстати, в пути к славе есть сундуки. Так, у меня 3. У тебя сколько? Ты уже большие открываешь? Так, и я уже большие пошел открывать. Так. А ты пока одну легу, да, вытащил? Даже мифик еще не падал. Блин, круто. Может, костюмами поменяемся? Но я в твой не влезу. Ты мой влезешь, конечно, я в твой нет. Он, у него костюм еще меньше. Да, у меня еще меньше. Мне так сильно дали. Так, все, последний сундук, слава богу, я закончил. Так, теперь на пути к славе собираем. Блин, ну я, конечно, не рассчитываю больше ни на что, прям вообще. Но я на всякий случай попрошу у тебя лайк и подписку. Подпишись, поставь лайк, 5 предметов. Офигеть. Так, забираем. У меня тут тоже есть. О, так у меня тут еще много. 5 предметов. Так, это... Вы видите, да, я стараюсь побыстрее закончить, потому что, ребята, мне очень тяжело. Это получается последний бокс, но я тебя подожду, давай. Фух, сколько у тебя там осталось? А, большой ящик последний, что ли? Нет, нет, нет. Давай, я жду. 5 предметов. У меня последний ящик остался, я его подожду. Так. Так, сколько, посмотри. Смотрел еще много? Чтоб ты последний не открыл, чтобы мы одновременно. Я представляю, если сейчас нам одновременно падают по леге еще. Или мне мифика тебе лего, тогда ты выиграл. Ого! Да, это... Два ящика. Давай, давай, открывай, у меня уже руки затекли. Да, едем. Да. Неужели ты выиграл? Так, блин, камон, ты тоже выбил легу. Готов? Последний? Поехали. Пам! Готов.
Пять. Ай. Ну нам бы сейчас жаловаться, да? Там у мониторов сейчас люди сидят такие, с такими вот глазами. Что происходит? Какого хрена вообще Леоны в реальной жизни открывают сундуки? И какого хрена им выпали леги? Друзья, я сам не понимаю, что произошло. Если вам понравился ролик, обязательно влепите лайкос. Во-первых, за костюмы. За это отдельный респект Роману, моему другу, коллеге, с которым мы снимаем ролики на лайв-канале. Его мама пошила нам костюмы, она швея. И, блин, мы просим там еще несколько костюмов, если она сделает, то это будет очень круто. Если вам понравилась такая идея, возможно, я даже, ну, линейку запущу, таких костюмов поснем несколько. Какие-то разыграем, какие-то, может, выставим там, я не знаю, на продажу. Если реально это кому-то надо, я не знаю. То есть, если нет, то я ж не говорю, что, типа, да, 100% я буду этим заниматься. Я так чисто по фану сделал, но мне очень они понравились. И, блин, давай 5, мы выбили с тобой по легендарке, это уже как минимум круто. Поэтому спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи, пускай вам падают леги, вне в зависимости в костюмах вы, подписаны вы или нет. Всего вам хорошего, улыбайтесь чаще, хорошего вам настроения, тепла и позитива. Пока. Всем пока. Всем до новых встреч. Увидимся.